Новогодняя сладость. В Уфе испекли елку из чак-чака весом 380 килограммов. На изготовление потратили более 200 килограммов муки, 1000 яиц и 50 литров меда. Над проектом работали 10 поваров-кондитеров. При гостях замерили высоту елки. Она составила почти 2,5 метра. Желающих угоститься национальным лакомством были сотни. Сладкое дерево съели за несколько часов.